Добрый день, вас приветствует компания Мир Мото 25, обзор мотоцикла Yamaha VR250R. Начнем с переднего колеса. Баллон передний у нас в отличном состоянии стоит, черепаха, полудорожник, полущебенка. Здесь пластик у нас весь целый, рокал не слез, все на месте. Спицы не ржавые, диск не облезший. С этой стороны у нас тормозной диск, выработка вообще нулевая, на камере видно хорошо. Колодочки процентов 80-90. Стоит защита диска, защита суппорта. Пластик здесь также весь целый. Вилочка у нас сухая, без коррозии, без ржавчины. Пыльнички не репанные, стоит пружина. Крыло также целое, есть одна царапина небольшая. Ну, это нормально для эндурика. Стоит уже тюнинговый армированный шланг на тормоза. Здесь пластик весь цел, ничего не сломано. Оптика не запискоструенная, поворотники целые. Не рассохшиеся, мягенькие. Стоит тюнинговые уже ручки сцепления тормоза, ралли, зеркала все на месте. Руль тоже целый, руль у нас также тюнинговый, за это стоит отбойник вот здесь для шлема. Пластик также весь целый, аракал на месте, нигде ничего не облезло. Здесь все то же самое. Двигатель все чисто, сухо, без каких-либо масляных потеков. Лапка водителя целая. Лапка тормоза также все целая, пассажира вообще не использовалась. Защита для глушителя, одна царапина есть, ну и на глушителе вот такая маленькая, на камере видно. Стояла у него кофра, скорее всего японец ездил по дорогам просто, также резина этому соответствует. Поворотники все целые сзади, стопарь, крыло стоит, катафот, защита суппорта также, тормозной диск сзади, выработка вообще нулевая, колодочки новые. Спицы не ржавые, диск не облезший. Здесь у нас цепь не ржавая, сальнички не выдавлены, стоит защита цепи. Пила в отличном состоянии, не слизанная, какая-то необычная пила, здесь у нее резинка стоит дополнительная. Защита цепи, слайдер цепи, все целое. Также имеется инструмент, пластик целый, здесь у нас пластик также весь целый. Двигатель чисто сухой, без каких-либо масляных потеков. Лапка водителя, лапка переключения передач, резиночка не съедена. Сидушка, мотоцикл немного грязный стоял под навесом, даже пыльный, не продавленная, нигде не порезанная. Бак, так, сейчас покажу сразу, пока не завели. Бак в отличном состоянии, ржавчины нигде никакой не имеется. Будем заводить. Заводить будем мотоцикл на холодную. Трогаю глушитель с коллектора. Заводим. Завелся мотоцикл с полоборота. Пока он будет работать, сейчас подниму, чтобы не надымил здесь у нас. Пробегал мотоцикл 13 768. Свет дальний, ближний. Все работает, все переключает. Аварийка также работает. Так мотоцикл выглядит со стороны. Ну, состояние у него, как у нового, вообще нареканий никаких нет. Минимальные какие-то царапины для эндурика, это вообще ничего. Завели его первый раз, как он пришел в контейнер от глушителя, обгорает масло. Мы смазываем двигатель, масло, глушитель, масло, чтобы оно пока шло в контейнере, не заржавело от влажности и морской соли. Все поворотники работают, но ни нареканий нет. Сигнал. Также работает. Здесь все точно так же переключает. Правый поворотник тоже все работает. Мотоцикл, ну, вообще, нареканий по нему никаких не вижу. Двигатель работает изумительно. Ничего не стучит, не гремит. Да и с таким пробегом мало чего случится. Датчик топлива тоже работает, вот у него мало бензина осталось. Такой можете приобрести в компании Мир Мото 25.